Я вітаю глядачів каналу Миколаїв. Це програма «Це вас хвилює». Я Тетяна Мілякіна. По середах ми спілкуємося з юридичних питань. Сьогодні в студії гість Вікторія Пазурчик, начальник відділу представництва першого Миколаївського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. І тема нашої сьогоднішньої розмови – позбавлення батьківських прав. Пані Вікторія, на жаль, сьогодні часто виникають такі в повсякденному житті такі ситуації, випадки, коли батьків позбавляють прав щодо виховання своїх дітей. Перше питання моє таке, якими законами регулюються правовідносини щодо цього питання? Да, нужно понимать, что у нас государство охраняет права детей, да, и защищает. И в этом случае также у нас есть ряд законодательных актов, которые регулируют эти данные правоотношения. В первую очередь, это Конституция Украины. На государственном уровне также это является у нас семейный кодекс, гражданско-процессуальный кодекс. Если мы говорим о международных актах, да, то это Декларация прав ребенка, вот, и Конвенция про права ребенка Организации Объединенных Наций. То есть вот это основные документы, на основании которых мы обращаемся в суд и чем мы руководствуемся для лишения родительских прав и защиты детей. В практиці вашого центру наскільки часто ви стикаєтесь як фахівці з цим питанням? Люди приходять, звертаються до вас? Я могу сказать так, что обращаются многие, но когда рассказываешь, то есть сложность процедуры и что это нужно доказывать, то из этих людей остаются единицы, которые действительно, вот, действительно можно доказать и лишить родительских прав, потому что в большинстве случаев это являются обиды, непонимание между родителями, которые хотят так друг друга проучить. Вот. А, конечно же, встречаются также по отношению к детям такие ситуации, ну и которые мы представляем интересы. То есть у меня непосредственно есть два дела, которые находятся в производстве, и одно дело уже закончилось, то есть о лишении родительских прав. Вот, родителей, ну, одного родителя или нескольких. Тобто, в будь-якому випадку дорослим людям треба розуміти, що заручниками в цій ситуації посередині є дитина. Як би батьки не поводилися, а дитина є дитина, і треба це розуміти. Через які події і коли, власне, виникає така проблема позбавлення батьківських прав? Я маю на увазі підстави для позбавлення. Основания. Ну вот вышеперечисленные нормативно-правовые акты, да, они регламентируют то, что ребенок должен расти в семье из двух родителей, воспитываться в чувстве там, любви, взаимопонимания и так далее. То есть должны быть обеспечены все условия, насколько это возможно для ребенка. Ну, соответственно, в наше время бывают разные ситуации жизненные, да, и родители, один родитель или оба родителя не справляются с этими обязанностями, которые возлагаются на них, вот, и что может как служить именно причиной в дальнейшем для лишения родительских прав. Семейным кодексом у нас есть статья определенная, в которой предусмотрены основные основания, то есть основные моменты, на основании которых возможно лишить родительских прав, то есть и эти вопросы так остро стоят. То есть первый пункт этой статьи гласит о том, что если отец или мать не забрали ребенка из медицинского учреждения, то есть там или из родильного дома в течение полугода, то в этом случае, да, не проявили никакого никакой заботы, да, о ребенке, то в этом случае можно ставить вопрос уже для лишения родительских прав. Року дається на обдумування власне медичним закладам, соціальними службами, да? Да, то есть в дальнейшем я буду говорить, хто является ініціатором, да, этих обращений. То есть, если обычно в службы, то есть в эти учреждения мы приходим, приходят родители с удостоверением своей личности. То есть уже как бы в дальнейшем, если это только в родильный дом, да, то есть в дальнейшем это идет, то есть там необходима потом процедура регистрации рождения ребенка, либо если это ребенок болеет, да, и вы пришли на учет. То есть в этом случае как бы уже знают этих лиц, которые родители, да, и в этом случае, если они, ну, то есть пропали, не выявили, то есть пришли, оставили, да, или никакого не выявили никакой заботы о ребенке, то здесь этот вопрос стоит. И также стоит отметить, что вот если по поводу из родильных домов забирать, то в этом случае очень много родителей оставляют детей, потому что малообеспеченная семья, они не могут себе позволить обеспечивать ребенка. То есть бывают такие ситуации, конечно, не так много, но бывают. Вот. Следующим пунктом данной статьи регламентировано то, что
никакого, опять же, никакой заботы, никакого воспитания, никакого к ребенку не проявляется внимания. В этом случае, конечно, здесь надо понимать, что родитель это осознает. То есть не то, что он уехал на полгода, допустим, на заработки, когда это требуется, и это необходимо. Вот, но... Але при цьому залишив на виховання, на відповідальну людину. Да, а это именно здесь идет, то есть вопрос стоит так, что действительно это нужно доказывать, да, или опять же, один из родителей препятствует в свиданиях, то есть как бы для, с другим ребенком, то есть здесь тоже, здесь нужно доказать, что не препятствует тот родитель, то есть это действительно того нежелание общаться, или нежелание, ну, то есть как бы выполнять обязанности по отношению к ребенку. Следующий пункт – это касательно того, что если родители являются алкоголиками или наркозависимыми. Здесь тоже стоит поднимать вопрос, но он стоит вопрос тоже остро в плане того, что что алкоголики, что наркоманы, они априори не могут содержать или предоставлять необходимую опеку, да, необходимую заботу оказывать для ребенка, потому что они не могут сами себя, как правило, да, обеспечить и так далее. То есть в этом случае, конечно, состоялась уже практика такая, что если инициируют, допустим, там, как вопрос судебный, да, в судебном порядке, то орган опеки и попечительства или служба по делам детей, они отбирают ребенка у матери или у отца, или у обоих, без лишения родительских прав данных лиц. Тобто, щоб ми розуміли, або ті, хто вживає спиртні напої, наркомани, вони не відповідають за свої вчинки, вони хворі люди, так? Так. Тому їх не можна позбавити, так? Да, їх нельзя лишить родительских прав, вот, но можна забрати у них дітей без лишення їх родительских прав, то есть отдать на воспитание иным лицам, которые будут заинтересованы в этом и которые смогут позаботиться. Вот, следующим основанием для лишения родительских прав также это если семья, то есть родители жестоко обращаются с детьми, то есть это может быть какое-то насильство в семье, это могут быть какие-то моральные, то есть оскорбления, психологическое какое-то давление на ребенка. Физичное и психологичное. Да, это тоже в этом случае тоже, тогда ребенок может и сам обратиться, как к нам в центр, да, так и обратиться к иным лицам, чтобы они позаботились непосредственно, чтобы этот вопрос прошел в массы и кто-то смог защитить права ребенка. Также на основании того, что если родители эксплуатируют детей, то есть что здесь нужно понимать под этим эксплуатируют детей? Это то, что для ребенка непосильный труд, то, что ребенок не может выполнить. Вот. Или, допустим, склонение детей к употребление спиртных напитков, там, табачных изделий. Также бывают случаи, когда родители эксплуатируют детей, допустим, или втягивают в их какое-то криминальное, уголовное какие-то преступления. То есть это все-все-все, то есть эти все действия могут служить основанием для лишения родительских прав. Ну и самым весомым это то, что если родители в отношении своих детей могут совершить какие-либо преступления. Если здесь там ВИЧ-инфицирование, да, или какими-то венерическими заболеваниями также. Или это, допустим, оставление ребенка в небезопасном состоянии для самого ребенка, да, то есть эти все моменты, то есть это служит непосредственно, это законодательно закреплено, все служит для, то есть начинать процесс о лишении родительских прав родителей. Вы перерахували певні підстави, наскільки, ну, жорстке, так би мовити, українське законодавство в цьому питанні? Чи всі враховані підстави? Чи, можливо, європейський досвід, досвід інших країн по-іншому дивиться на це питання? Обязательно. Все, то есть это судебный вопрос, потому что это настолько серьезный вопрос, да, касательно детей, то это только в судебном порядке разрешается данные ситуации. Вот. Здесь что это, стоит отметить, что все доказательства, которые могут быть собраны по делу, я в дальнейшем расскажу, какие это могут быть документы, да, то есть ничто не может служить каким-то определенным доказательством. Суд принимает решение в совокупности. Даже несмотря на заявление, допустим, службы по делам детей, что, возможно, этот родитель справится, да, если есть доказательства по делу, и суд то есть усматривает, что необходимо это, то лишат родительских прав. Здесь еще хотела бы отметить, что если в отношении вот, невыполнения обязанностей по содержанию и вообще по воспитанию детей несовершеннолетние родители, если есть, то несовершенных родителей в отношении, то есть их нельзя лишить родительских прав по отношению к детям. Именно несовершеннолетних родителей, которые до 18 лет. Есть, то есть есть такой нюанс. И также могут... Але еще можно вылучить из родины, так? И да. Поместить дитину... Да. Можно отобрать у неблагополучных родителей, да, и заинтересованные лица, которые в дальнейшем будут
установлена опека, да, и которые будут с этими детьми дальше в дальнейшем. Але акцент юридично позбавити батьківських прав не можна, неповнолітніх батьків. Да, нельзя, невозможно. Также еще вот хотелось бы отметить, что вот уклонение родителей от исполнения своих обязанностей по отношению воспитания к детям. То есть здесь что я имею в виду? Здесь я имею в виду, что если родители, они безответственно относятся, допустим, не дают ребенку доступа до образования, или также, допустим, ребенок учится в школе, но они не интересуются жизнью ребенка, не приходят на родительские собрания, не принимают участие, то есть не общаются с ребенком по этому поводу. Также здесь, допустим, какие-то там утренники тоже не посещают, то есть не подготавливают, то есть полностью безответственно относятся. Далее это безответственное отношение, то есть не интересуется здоровьем ребенка. Здесь тоже очень важно, то есть там какие-то внеплановые или плановые медицинские проверки, да. Если это ребенок заболел, необходимо приехать в больницу, то есть все вот эти вот нюансы, там прививки какие-то. Если родители не приходят, не интересуются, если приходят другие лица, да, то в этом случае тоже как бы это является основанием. Если родители с детьми, допустим, не общаются, не гуляют, никуда их не возят, там, я не говорю на море, там, куда-то за границу, я говорю о элементарном, там, поход на речку, то есть для оздоровления ребенка, для расширения кругозора, для духовного развития, какие-то музеи, возможно, зоопарк и так далее. То есть все это в совокупности, это невыполнение родительских обязанностей по воспитанию детей. Батьки мают розуміти, що вони мають не тільки права, але обов'язки по відношенню. Обязанности, да. И то есть все вот эти вот моменты, моменты, которые я проговорила, то есть это все подтверждается в судебном засідання определеними документами. Скажіть, будь ласка, перерахували знов такі підстави. Хто має бути ініціатором? От, власне, ви говорили, да, і відпочинок порушується, і право на освіту порушується. Здесь важно отметить, что у нас тоже определенно семейным кодексом перечень лиц, которые только они и лишь они могут обратиться в суд для того, чтобы инициировать вообще лишение родительских прав. Но в первую очередь это служба по делам детей, вот, которая защищают права детей, и у них надзорная функция, да, по вот непосредственно этому вопросу. Также это один из родителей, который, с которым проживает ребенок, вот, опекун или попечитель, лицо, в семье которого проживает ребенок, то есть заинтересованное лицо, также учреждение охраны здоровья, обучающее учреждение, детское учреждение, в котором пребывает ребенок, допустим, там школа-интернат, либо даже может быть какое-то, если это какое-то продолжительное лечение, там санаторно-курортный какой-то санаторий. Вот. Ну и также прокурор имеет право. То есть мы должны понимать, что не все лица. Если, допустим, вы сосед или там проходящий, там, или систематически стали свидетелем, да, да, стали свидетелем, то есть систематически замечаете, допустим, данный факт, то вы обязаны обратиться в органы по делам детей, в службу по делам детей с заявлением соответствующим. То есть эта служба проверит, и, соответственно, можно еще также обратиться к прокурору, потому что он тоже является представителем по для инициирования. Скажите, пожалуйста, если вчителі, педагоги, вихователі помітили якусь певну ситуацію, там жорстоке поводження, напевно, або психологічне, або фізичне, вони мають також звернутися? Зобов'язані чи їх це доброволя, так скажімо? Ну, вообще обязаны. Вообще не обязаны, это, конечно, желательно, потому что это нужно учитывать обязательно. Я знаю, что точно 100% в судебном порядке, если возникает такое вот, вскрывается такое обстоятельство, то это в кратчайшие сроки передается и возбуждается уголовное дело, начинается досудебное расследование. Здесь, конечно, их тоже обязывают, то есть это желательно делать, да, но если они этого не сделают, то это будет на их как совести. І, власне, давайте зараз поговоримо, з чого варто починати все ж таки процедуру позбавлення, ну, тим людям, яким довелося стикнутися з цією ситуацією. Да, в першу чергу заінтересоване лицо, то есть то непосредственно, которое в дальнейшем буде обращаться в суд, обращается в службу по делам детей, орган опеки и попечительства, вот, с заявлением о непосредственно данном факте, в связи с тем, что, допустим, если это уже не одно было, то есть уже обращались, да, эта семья может стать на учете, либо тот родитель может быть на контроле. Что нам нужно затребовать службы по делам детей? Необходимо затребовать заключение, в котором будет указана целесообразность, это в дальнейшем для суда потребуется, целесообразность лишения того родителя или обоих родителей лишения родительских прав. И хочу отметить, что у нас родители могут быть лишены родительских прав по отношению одного ребенка или по отношению нескольких. То есть это не переплетается между собой. Вот такое вот заключение необходимо будет затребовать службу по делам детей. Также необходим будет акт
обследование жилищных условий. То есть это нужно для того, чтобы предоставить все подтверждения, что ребенок проживает в семье, у него есть необходимое там место спать, помыться, то есть и так далее. То есть все условия для него созданы. Как бы за это отвечает, это можно этот акт делать и в ЖЭКе, но отвечает служба по делам детей, поэтому они надлежащим образом они подтверждают данный акт. Вот. На основании этих документов уже мы можем подготавливать исковое заявление в суд. Вот. В суд мы обращаемся по месту нахождения ответчика, отца или матери ребенка. Иногда бывает, вот если случаи вот, там, алкоголизм или наркомания, да, мы можем не найти место нахождения или проживания, пребывания, то в этом случае можно подавать исковые заявления в суд вместе с требованием содержать ребенка, потому что если лишен родитель родительских прав, это не лишает его права на содержание, он все равно обязан, должен содержать ребенка. И когда мы подаем вместе лишение родительских прав с взысканием алиментов, мы имеем право подавать по месту проживания, нахождения ребенка и этого заинтересованного лица, которое обращается непосредственно в суд. Вот. Подготавливаем исковое заявление, прикрепляем вот эти вот основные документы. Вот. Также наряду с этим мы предоставляем документы, которые вот я рассказывала, случай, ситуации, если родитель безответственно относится к то есть обучению, да, там, образованию ребенка, медицинскому вот этому всему, то есть все это справка из медицинского учреждения, допустим, с больницы, это характеристика со школы, характеристику можно взять на самого ребенка, то есть как он вообще относится к родителям обоим, это может быть справка о том, что он действительно там обучается, это в которой может быть указано, что действительно там бабушка приходит, участвует во всех собраниях, интересуется, обычки, да. А родители, нет. Да, родители, то есть это все является подтверждениями. Также это может быть справка о доходах того заинтересованного лица, с которым ребенок будет пребывать, для того, чтобы подтвердить платежеспособность, там, содержание. Также может быть справка, характеристика с работы того лица. Также, то есть вот это вот основные такие документы, этот список не является исчерпывающим, то есть каждый документ может быть подтверждением, но тем не менее основные документы, вот, которые в базисные, это акт о акт жилищных условий. А видеофиксация потрібна? Фото, видеофиксация? Нет, это... Обстеживание побутовых нет, этого нет. Достаточно, потому что это делают выездная группа, то есть это служба по делам детей, они приезжают, они составляют акт, это ну, устоявшиеся уже нормы. Вот, и на основании вот этих вот всех документов мы обращаемся в суд, оплачивается судебный сбор. Вот, за обращение по такой категории дел на данный момент это 640 гривен судебный сбор оплачивается. В дальнейшем этот судебный сбор можно взыскать с того лица, которое лишается, будет лишено родительских прав. Ну, и суд рассматривает такую категорию дел. Хочу сказать, что это очень сложно достаточно, потому что доказывать нужно. И уже с этим решением в дальнейшем о лишении родительских прав, оно направляется в органы регистрации, и в ЗАГСе уже регистрируется непосредственно. Ну, ви вже один нюанс, особливість цієї процедури сказали, що дуже складно, треба доводити. Які ще є певні нюанси? Можливо, тривалість цієї процедури? Могу сказати, що це не относительно довго, тому що це по защиті прав дітей, да, це в інтересах ребенка, которому должен бути назначен в дальнейшем опекун, или лицо, которое имеет право бути законним представителем. Поэтому в порядку до полугода эти дела будуть рассмотрены. То есть это не дела, которые по 2-3 года рассматриваются. Суди очень... У цей період, де дитина має перебувати? Ребенок... Зрозуміло, що не в родині, де з нею так поводиться. Да, обязательно. То есть на это все-таки обращают внимание. То есть если ребенок проживает уже в семье, в которой в дальнейшем он будет... Ну, в которой останется после решения суда, то в этом случае он проживает заинтересованным лицом в семье. И если у ребенка нет других родственников, да, а родители неблагополучные, и вот становится вопрос, то в этом случае ребенок переходит под опеку службы по делам детей и на время самого судебного, там, судебного процесса перебывает под опекой службы по делам детей. Цікаво, які ж все ж таки будуть наслідки позбавлення батьківських прав для батьків по відношенню до дитини. Здесь интересная очень такая ситуация, потому что вот родители думают, что ну, мы не обязаны, да, и, соответственно, потом в дальнейшем они могут требовать определенные моменты у своих уже совершеннолетних, работоспособных, благополучных, как правило, детей. Вот, то есть здесь стоит отметить, что они будут лишены прав в дальнейшем на личные неимущественные права по отношению ребенка. То есть они не имеют права распоряжаться потом имуществом. Также они, так как они лишаются
обязанности по воспитанию, в дальнейшем потом, если работоспособный ребенок, то есть он может предоставлять материальную поддержку содержания самого родителя. Но если родитель не был, если он был лишен родительских прав, он не имеет права претендовать на материальное содержание, материальную поддержку, если он требует такой поддержки. То есть если он в дальнейшем не трудоспособный, если он там болен, у него там инвалидность. Один из батьків, так? Да, угу. Один из родителей, в отношении которых лишены, лишен родительских прав. Также он перестает являться законным представителем данного, ну, ребенка до 18 лет, и потом в дальнейшем он не имеет права вообще быть, устанавливать каких-либо детей, то есть потому что уже такая плохая ситуация. Также в дальнейшем он не имеет права получить в наследство никакое имущество, да, то есть если рассматривать в разрезе, как у нас по, на основании, то есть наследственное право, после смерти, допустим, детей, ну, бывают разные ситуации, то есть родители, они имеют право на наследство. То есть он утрачивает право. В цьому випадку вже немає такого права. Да, он не имеет такого права. Вот. И стоит еще так отметить такой нюанс, что вот во время того, что если родители неблагополучно проживали вместе с детьми, и если суд присудил лишить родительских прав этих детей, да, а они, родители, а они зарегистрированы в одном помещении, да, то суд имеет право поднять вопрос о либо выписке этого родителя, да, то есть или переселении. И только здесь стоит отметить, что суды, конечно, проверяют, если у родителей есть другое жилье, да, то есть чтобы, что они не могут проживать под одной крышей, на одной территории. А дитина має право на майно таких неблагополучных батьків? Нет, то есть если лишен родительских прав, соответственно, то есть ребенок по отношению родителей, он тоже не имеет никаких прав, не будет иметь никаких прав. Скажите, пожалуйста, как регулируется такое питание, как позбавление батьківських прав и алименты? Здесь стоит отметить, что в любом случае, независимо от того, лишен родительских прав родитель или не лишен, он должен содержать, материально содержать своего ребенка. Поэтому, когда лишается родительских прав родителей, поднимается вопрос о взыскании алиментов с них. Если не обращается в службу по делам детей, то в этом случае будет взыскиваться все равно с родителя данная сумма, и будет она потом тратиться непосредственно на ребенка, даже если ребенок будет находиться в, ну, в государственном учреждении. Службы по делам. Вы раньше зазначили, что алкоголики або наркоманы не имеют права, их не позбавляют, так, батьківських прав. Вони в такому випадку як? Вони лікуються далі. Що відбувається? Бувают такі ситуації, що, допустим, пролічив, да, и, возможно, осознал ту, то есть и готов в дальнейшем содержать, начинает интересоваться жизнью ребенка. То есть любое решение о лишении родительских прав, родитель, в отношении которого было постановлено такое решение, он имеет право оспорить данное решение. То есть предоставить все необходимые документы, предоставить доказательства того, что он хочет, но не только хочет, а то, что он будет или он уже начал это делать, то в этом случае суды обязательно идут навстречу, и они возобновляют родительские права вот по отношению к детям. Ну, треба довести. Конечно, нужно доказать в судебном порядке. В судовом порядку. Власне, куди необхідно звертатися для отримання безоплатної правової допомоги? Для предоставления, для получения бесплатной правовой помощи вы можете обратиться в наш центр, первый Николаевский местный центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи, который расположен в городе Николаеве по адресу улица Образцова, 4А/2. Контактные телефоны 47-20-90, 47-20-91. И также в районах у нас расположены обособленные подразделения бюро нашего местного центра в городе Очаков по улице Торговая, 44, в городе Березанки по улице Центральная, 41, в Ольшанском районе у нас в городе Николаеве по улице Очаковская, 142, расположено бюро, и в городе Новая Одесса по улице Ленина, 179. Я вам дякую. Дякую за участь в сьогоднішній нашій програмі. Я нагадую, сьогодні в студії була Вікторія Пазурчик, начальник відділу представництва першого Миколаївського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. І ми говорили про позбавлення батьківських прав. Я дякую вам, шановні глядачі, за увагу. На все добре.